Всем здорово, народ! Это канал Ракета Эндрю. Продолжаем проходить Hollow Knight. В прошлой серии мы убили двух микробоссов. Перешли в новую локацию. Чё ж, продолжим. Мне кажется... Точнее, не кажется, я пострелял. Я картежников пропустил в самом начале. Там, где жук-рогач. Короче, я хочу делать. Давайте, может, вернемся. Откроем этого картежника сраного. А то чему как дикари ходим без карты. Там самое начало, прям на станции, он внизу этот, я так посмотрел. Внизу этот хрен моржовый. Иди в жопу. Ага, отлично. Так. Так. Ага, нет, ни хера, я вернулся сюда. Мне надо... Не сюда, мне надо направо. А где тут право? Есть вообще выход направо? Блин, ну я иду опять к этим же... Или нет? Ничего не понятно. Я запутался. Я пришел к богомолу этому, или кто это? Ладно, а если через низ? Ой. Подхилимся. Нет! Сюда пойти. Чё тут? Тут кабан. Нормально тебе головой бить? А пол? Готов. Так, мне кажется, тут не был. Или был? Угу, был я тут. Это короткий путь я открывал. А, вот он, рогач, кстати. Тихо, тихо. Сейчас идти опять от этого богомола, да, конечно. Доброе утро. И опять он живой. Мне интересно, кстати, норм дамажит эта тема? Мне кажется, норм, да. Видишь, какого быстро убил? Я имею в виду, ну, скилл этот наш. Наша магия. Древняя жучиная магия. Давайте опять тут аккуратненько. Блять. Просто охренеть. Какой дэмэдж мне наносит. Нет. Нет, 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 нет. Все, все. Сюда. Нет, ты что на меня дуешь еще? Блять, я почти дошел. Здравствуй, богомол. Наш дружище.
Да, с такими этими нам, я не знаю, сколько мне придется серий снимать. Мне кажется, серии 100 больше, чем Dark Souls. Готов, родной. Подхилимся сразу, потому что дальше нас ждут бомбежки. Ой, как первого раза хорошо пропрыгал. Вообще с кайфом, видели? Давно такого не было. Так, ты, вонючка. Ты больше не заст... Застаешь меня врасплох. Спасибо. Нет, нет, нет. Так, пошли в задницу, короче. Ну, осторожно. Да я сам себе гайс, если что. Так, хилимся. О! Бумажечка. Отлично. Покажись, родной. Бумажечка. Грибочек. Бумажечка, бумажечка, бумажечка. И наш очкатый друг сраный, который прятался от нас. Ох, мой маленький друг. Ты нашел меня в самый подходящий момент. Я только что закончил карту этих ядовитых пещер. В них проживают довольно враждебные создания. Советую их избегать. А если спуститься поглубже, можно встретить необычных худых жуков. И они кажутся разумны. Каких жуков? В молодые годы я бы излазил эти пещеры вдоль и поперек, но думаю, с моей нынешней фигурой я не смогу унести ноги, если они вдруг прибегнут к насилию. 75, ну конечно, давай, друг. Конечно, давай, вот она наша карта прекрасная, отличная. Что мы имеем? А где мы были вообще? Получается... Тихо, все. Задолбал петь. Кстати, вот тут я не был. А, ну это типа бабки. Так, ага, сейчас убьем. Получается, мы были... Это вот эта вот лавочка вверху, это там, где богомол сидит, получается? Или нет? Или богомол тут не изображается, я не пойму. Он вокзал королевы, я понимаю, все. Там возле жука лавочка. Ой, ну да, жука рогача. Ничего не понятно, но очень интересно. Давайте попробуем дальше пойти. Тут не был просто. Ой-ой-ой-ой, опять ты вонючка. Хилимся. А тут ничего не смогу я сделать, я так понял. Да, тут нужно этот... От стен отталкиваться уметь. Нужен этот навык. Блядь, опять кнопки перепутал. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Ладно, возвращаемся тогда мы... Уже с картой нашему старому другу. К Богомолычу. А чё там за проход был? Это от Богомолыча, если пойти направо, что-то тоже можно найти. Может туда сходить? Почему я туда не пошел? Ладно, похер, давайте по нашей старой дороге пройдемся. Что вообще мы тут получим? Просто по картам как будто там нет прохода, он есть. Ну, типа... Эть! А, ну там проход через верх идет, правильно? Да, через верх и туда вот. Окей.
Так, тут опять бомбежки. Но мы уже научены. Аккуратненько обходим их и сюда. А тут тупик, кстати. Не-не-не. Да ладно ты. Так, а где богомол? Сейчас мы посмотрим, кстати. А, богомол как раз тут. Отлично. А мы как ходим? Мы идем. Я так доволен, что я нашел карту. Это вообще просто лучшие новости за сегодня. Так, мы идем постоянно вот так. Ну, то есть, да. То есть мы делаем круг огромный. Ну, ладно, гоу. Мы так и не дошли, кстати, до деревни. Их там нарисована деревня. Типа их, у них там город. Спасибо. Давайте попробуем на грибе отхилиться. Ва, спасибо, какой ты противный чел. В итоге потеряли еще больше. У нас еще одна попытка есть отхилиться. Да. Две? Одна, ладно. Ага, еще. В итоге мы имеем 4 хп, с которыми мы пришли сюда. Отхилиться не вышло. Ну и ладно. Блин, игра просто заставляет меня выглядеть тупым. Опять бомбежки. Я, мне кажется, лучший способ избежать этих бомбежек — это просто бежать. Вот сюда бежать. Так, и куда я прибежал по итогу? В тупик, отлично. Надо было налево, ну ладно. Тут что у нас? Тут не было, мне кажется. А, был, все. Сейчас аккуратненько налево забегаем. Переходя все это говно, опрыгивая. Все, отлично. А дальше у нас тут что? Ну, дальше эта дура появляется. Это я уже помню. Все, отлично. Сюда. Обходик. Отличный обходик. Так, главное не сдохнуть от воды. Нам вниз. Вниз и направо? Или налево пойдем? Я тут был. Тут побежала эта вот подруга наша. А где поселение? Типа, это их хаты были, да, получается? Одна вот. Ну, тут я сдох. Окей, как пройти? Это я читал уже. Как поднять вот эти штучки? Никак, блядь. Ладно, пойдемте налево попробуем. Может, меня чему-нибудь научат, я не знаю. Ага, вот этот разумный человек, да? Ну, не человек, а... богомол. Готов. Все. А, они, походу, жуков не любят. Видите, они бошки собирают их. Иди в сраку. Хилимся. Ой. Какая-нибудь лавочка тут предусмотрена. Блять, это вообще дальше бьет.
О, нихера себе ты бьешь. Охренеть, у него этот рейндж атаки. Он вообще конченый какой-то. Так, главное выжить. Дайте же лавочку. Дайте хотя бы хлеба, блядь. Бля, сейчас опять я иду от этого богомола, да, сраного? Ах ты урод. Карта одомлена, отлично. Вот она, наша карта. А там типа нарисован мост вот этот, да, я так понимаю? Ну вот, там где домик, справа от домика вот этот мост. А поверху, там нарисовано, типа поверху можно пройти или что? Давайте посмотрим еще раз. Что-то мне эти богомолы вообще не понравились. Они вообще конченые какие-то. Так. Так, так, хорошо. Без происшествий. Нет! Забыл. Точнее, не знал. Так. Так, готово. Хилимся. Нет. Так, так. Так. Так, так. Так. А тут что у нас? Все правильно, да, я правильно иду. Отлично. Чего ж она не сражается? Она говорила, хочет сразиться с этим, с жителями деревни. Вон они стоят, отличные парни. Блять. Как всегда. Это уже традиция упасть тут в воду. Там не тот выход. Так, получается, давайте попробуем еще разочек. Но мне что-то кажется, все равно надо сначала вот то говно пронести, да, деревню. Но, да, ну а как я тут запрыгну, реал? Типа, пиздец. Unreal. Поверху бы, конечно, с радостью я прошел, но нет. Че, я не понимаю, чего они пишут еще раз? Тут заканчивается... Здесь кончается путь скитальца, перед тобой лежит сердце Hollow Nest. Ступай же вперед и присоединись к его славе. Короче... Возможно, надо пронести деревню. Тогда мне откроется эта хрень. Хз. Короче, гоу. Пока я не могу это открыть. Так, я не туда иду. Не, все туда. Правильно. Давайте пробовать. Хорошо, хилимся. Бабки, кстати. Причем только немало бабок. Лутаем. Так, тут по-быстренькому. Хоп-хоп-хоп. Раз-раз. 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 Раз. Изи. Тупо пробежал. А может надо налево сходить? Что там вообще налево? Слева находится. Так, не глянул. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, ну эти бомбежки, я не знаю, типа, что с ними делать. Как их доджить-то? Оу. Иди в задницу. Да иди ты в жопу. Я вижу путь. Не вижу препятствий. Короче, тут надо... прыгнуть. Фух. Это жесть. Так, и что, да, это новая локация. Это не новая локация, тут был. А что тогда получается?
Двигаемся. А, это краткий путь. От этого, я понял. Короче, открыли короткий путь. Хорошо. Но мы все равно пошли, получается, не в ту. Там вон еще одна, еще один проход есть. Получается, ниже, чем этот. Пойдемте глянем, что за параша. А где он там? Я его даже не заметил. Там нихера вроде не было. Где тут проход? Еще ниже, может? Ага, вот. Но... я туда не смогу, наверное, пройти. Ну да, я туда не смогу пройти. Мне кажется, мне откроется какой-нибудь навык, типа два отпрыгивания от стены. Что-то мне вот прям чувствую. Вот, если я убью сейчас этих богомолов. Ты же раньше так не делал, ну ты чё, мудила? Ну серьезно, он же не так далеко бил. Типа, первый раз, когда я с ним дрался, он вообще там бил на короткое расстояние. Сейчас он вообще как конч бьет. Не, этого я не боюсь. Таракана летающего. Ну чё ты, козел? Хилимся. Чувствую, опять пахнет жопой. Сколько у него, да, этот хп я не заметил. 4 или 3? Надо запомнить. Иди сюда, сладкая. Иди, иди сюда, не бойся. Молодец. Так, нам вниз. Хочу наказать ее. Да ну ты, падла. Готово. У нас что тут у нас? Тупик, да? Ой, не надо смотреть. Потом посмотрим. Хилимся. Сейчас как мужчины, кстати, играем. Нормально, мне нравится. Добро пожаловать, путник. Добро пожаловать, путник, ищущий смерти. Да прибудет с вами быстрая погибель от наших клещей. Короче, это надпись этих богомолов этих сраных. Так, это готово. Ага. Ага. Сосай. Короче, нормально. Нормально, справляемся. Как мужчины деремся. Все, тут зачистили, идемте вниз. Пойдемте вниз, пойдемте вниз. А внизу у нас что? У нас внизу новая локация открывается. Надо, правильно? Новый кусочек карты. Давайте аккуратненько. Отойди, нихера не, мне кажется, с каждым... моим спуском ниже они становятся сильнее, не? Либо мне просто кажется, так хилюсь. С каждым моим спуском ниже у них становится рейндж все больше и больше. Ага. Там, там какая-то новая лока. Хорошо. А тут что у нас? Увиди, как он бьет. Вообще неадекватный, короче, таракан. Хилимся. Это зачистил опять. Красиво. Тихо, 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 тихо. Кнопки попутал. Хилится, хилится. Неудобно было, да, с ним на этом грибе. Грибу. Так, хорошо. 3 хп. Вообще ничего хорошего, надо аккуратнее брать. А тут что? Лавочка. О, никогда таких кайфов не испытывал от лавочки. Да, мы на верном пути. Нам налево.
Давайте глянем, что тут. Там кто-то плачет. Кажется, тут какой-то босс сейчас будет, не? Трюкач. Это что такое? Здесь там двойной прыжок. Типа, это трюкач, это брошка двойного прыжка, я надеюсь. Прям очень надеюсь. Потому что я очень долго сюда шел. Либо отталкивание от стен, что-то такое. Потому что вот, видите, тут по-любому нужно будет использовать ее. А лавочка у нас там рядом, кстати. Мы только вот открыли ее. Вообще идеально все. Ой. Хорошо. Карта обновлена. Так, и чё? А как? Кажется, и да. Чё трюкач делает? Очень похож на чудовищного жука, известного лишь как трюкач. Носитель может чаще передвигаться рывками и даже делать рывок вниз. Отличный подход для тех, кто хочет передвигаться быстрее. Ну такое себе, я думал там другое что-то. Давайте возьмем. Блин, я думал, там нормальное что-то. И чё? А. Ну, не знаю. И чё? Ну, типа... Ой. И чё нам дальше делать? Как бы у меня открылся этот трюкач, а... И толку. По карте что показывает? По карте это тупик уже. Пошел в задницу. Сраный комар ты. Что-то опять... Я думал, сейчас какое-то продвижение будет. Опять я в тупике. Будто что-то пропускаю. Какой-то важный момент. Эй. А это что? Секрет? Куда я пришел? Деревня Богомолова. Отлично. У меня открылась деревня Богомолова, и я сдох. Ну ладно, хотя бы у меня лавочка рядом. Сейчас зайдем к ним. Может, у них будет что-то полезное. Карта обновлена. Да, вот она, деревня Богомолов. Пойдемте глянем, что там. Я опять не туда иду. Помянем. Хорошо. Так, тут я предлагаю просто пробежать этого богомола и хер с ним. А, он защищает что-то.
Это просто скилл, гайз. Чисто бабки. Так, что у нас получается? Надо чуть повыше. Эй. Так. Вот этого я заигнорю точно. Пошло он в жопу. Так, вот так мы добрались с одной хп. Профессионально. Сильно. Сосально. Давай, иди сюда. Иди сюда. Хорошо. Ок. Так, где я тут умер? А, я умер от этого комара сраного. Блять, как его? Отхилимся. Готов, хорошо. Джопа чуть горела. Ладно, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем. Никакого опять продвижения. Ну, как бы не, есть какое-то продвижение, да? То есть мы нашли деревню богомолов. В следующий раз продолжим ее бомбить, эту деревню богомолов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.